Мышонок Мыша и медвежонок Миша лежали на полянке и ели малину. Мыша и говорит: давай стихи придумывать. Вот, слушай, что я сочинил. Каждый день и каждый час мы твердим упрямо: нет на свете никого лучше нашей малины. Радостно заорал Миша: да при чем здесь малина? Я хотел сказать, лучше нашей мамы. Это тоже здорово. А теперь я сочиню. А про что? Ну, хотя бы и про этот мухомор. Пожалуйста, не ешьте белые макароны, а ешьте красные мухоморы. Что ты? Что ты? Испугался мышонок. Мухоморы нельзя есть, в больницу попадешь. И вот, слушай стих про доктора. В лесу нет доктора важней, чем бойкий рыжий. Ай, болит! Догадался медвежонок. Да не ай болит, а муравей. Ай болит лечит зверей, а муравей лес. Откуда ты так много знаешь? Кто много читает, тот много знает. Важно ответил мышонок Мыша.